тебя там на взводы спрашивают. Привет. Привет, на выставку. Чувак. Салют. Ты на связи? Давай. А ты просто на взводы выйти, как бы. Мне нужно выйти на взводную. На взводную, да, вторую взводную. Мне на вторую взводную. О, первую. Первая взводная. Первая взводная. Все, на юг чешем. Мы самые первые. Азимат может на него? Да, метр. Прям пофиг, он его левее, не увидит, левее, что дает. Левее, просвет левее, между деревьями. Вот, вот, стань как я вперед смотри. Всачивайтесь, повсачивайтесь потихонечку дальше. Между елками. Пока не убить, ага, здесь на месте. Он стоит, да. Можно убить его или нет? Нет, пока держу на прицеле. Давай мы с тобой держим, остальные двигайтесь. Чтобы попробуем пройти. Ну, значение сам ты. Он как-то под елкой сидит слишком. Он сидит. Вы же сказали, можно уже убивать еще. Да, не, продвигайтесь. Все. Да. Серпов живой? Да, передо мной враг на грине. Устах, я отхожу. Рань. Полностью ранен, нет, на левом левый, берегу. Левый, левый. Ориентир. Дым белый. Свои на дымах. МК работал. Кто наш? Помоги. Я вяжусь. Бетер. Наш. Это граната уже. Айдар живой? Да, живой, я отошел. Перешел пока на другой берег. Подождем. Работает. Запад, запад. 260. Убил. Не уверен, он или нет. Того, кто ГП шел, убил. Там спрестилась. Это тренажка едет с востока. Тренажка в городе, да. Повтори, Серпов. Бля, обойдет. Спугнул его. Дом коричневый, типа дефолтный. Да. В окнах А вижу. Спугнул его. Чугнул что-то. Еще поставлю. Там наш какой-то ходил. Не знаю,
Софи, ты на вектор смотрела. Убил. Окей. У воды убил снайпера. Тот берег от нас серпов, ровно юг. Ну это тот, что Айдара был, походу. Вероятно. Там М2010 у него песочная. Айдар тут вообще не уйдет. Вижу 6 танк под железным ангаром, 190 с нашей стороны сидит. Ориентир железная катушка, потерял его. Вижу. Давай. Да. Айдар проверил? Айдар мертв. Бил. Под домом, коричневый. Вот эти камни, которые слева от домов, 3 штуки, я там убивал одного. Я справа от них только что чела убил. Да-да-да. Проверил все стороны ангара, кроме северной. Сейчас буду заходить, смотри. Это калаш работает. Здесь у него граната, у меня кончились все. Да. Я тоже до последнего не стал стрелять, пока он очередь покинул. Так, кто забрал, надевается, но не пулемет. АТ-шка. Мы зажгли спереди с русского, с вашим. Да. В Торе, в Форс были убили? Да-да. Да-да, в Форс, да. Перед нами 140. Вижу. Попали. Железная дорога, за железной дорогой. Прям за ней 140 от нас. По мне летит. Бля, не слышу. Стреляет. Походу. Походу глушеный, да. Дал нет. Теперь тут живой еще. Пекли прикрой, попробуй ангар занять, амбар. Вижу их там, ходят по лесу. Там занята та зеленка противником. Дал еще метку. 110, 130. 140. Кто-то в кустах наши есть? Да, наверное, мертвый с нами. Не видел, что вперед убивал кто-то. Ближе всего я была. Короче, там граната, кто-то в кустах шуршит. Блять, М2 с 40. Убил? Убил. Ёпта, тут двое даже лежало. Вот кто шуршал. Он живой, пленных, блядь, берём? Пленных не брать, в смысле живой? По-моему, мёртвые оба. Это ты рычишь. Не-не-не. Ты выстрел? Тут я нашки. По другой стороне, по стрелянию.
По нам, 130. У, сгоревший 113-ки, у поломанный, вот где дым. На гранатах. Гранаты противник кидает. Смотри, взрыв гранат. Враг там? Да, за 113-кой в кустах. Ближе к дому. Нашел его? Врага смотрю, хрюк райна орёт здесь. Он поднимается наверх? Да. Тут найти, блядь, взлетаешь. Я в первую гранатку кидаю. Принял еще. Здесь вот 113 орёт. По вам? Вейкер. Не понял, еще раз. Блять. Я его забрал. Хорошо, пойдем дальше. Давай с Викой пойдем. Живой? Брек.
А, ну там бункер стоит на 60. Даже можно с него. Чё-чё? Смотри, 40 на коре, азимут 40 на коре. На камне. Да, вижу, на камне. Вижу, вижу, да. Бери далеко. Отработай ему. Там еще ниже где-то. Под камнями, походу. Я тебя на себе буду агрить. Они же видно эти. Тут не торопись, надо было убивать, а не агрить. Заблудилась, да, моя. Я, короче, наверху горы, которые бывают у нас на север. Высовывается, сдавай шкачок. О, давай, давай, левее, левее, левее. Влево всю эту скалу обработай, Вейкер. Да, да, да. Прям вот в самый верх и там левее, левее, левее. Куда ты самый первый раз попал, это прям там, где ковушник сидит. Не суёмся, сидим здесь пока. Не надо соваться туда. Хорошо. В бункере они высовываются, слышишь? Видишь, вот скалу на 300, там два. Да, да, слева там двое сидят. Искал другого места, по-моему. Зеленый бункер. Такая сладкая цель. Убил пеха этого на камнях. Охереть, он живой остался после этого? Не убежал. Ой, и чё? Что это за солдаты? Это тоже... Какое? Это походу какая-то... Это Птур, ёпты. Вы же говорили, что нет. Птур, Птур, да, он его унёс. Такое? АКС, что ли? Ой, блядь. Живой? А, он просто откатился, все еще на пытке стоит. Не понял, что за гранаты. Закидывают. У меня боль вроде пропала, но огромная кровопотеря. Давай, Блиц. Я погоди, где к вам бежал? Все, едут, едут. Блять, туда едет, ну. Все нормально. Я говорю, не слышно меня, что ли? Теперь просто огромная кровопотеря. Была фатальная или какая-то? Сейчас просто огромная. Мы тебя не можем прикрывать, ты далеко ушла в нас ручки. Ох, хитрюн, батон. Стой, стой, давай, может, забери броник, пойди, садись на жену. Вы еще будете лечить или что? Сейчас аптечка. А, сейчас мой выстрел. Все, спасибо.
что, Эдар, пошли? У меня только торс остался. А, Эдар, что еще ничего? Это по вышке снайпер? Нет, подумал, где чел сидел. Там на вышке снайпер сидит и не дает покоя всем. Все? Пошли, парни. Не, у меня все есть. Че, проходить давайте, как Софа прошла. Как шла Софа? Бежит в поле, 350, ярче. Не вижу, погоди. Шестьсот. Поставил место удара, если что, на всякий случай, просто... Иди, стреляй по нему. Ползает один на крыше справа. Я не вижу отсюда. А, вижу. Ранил того у цинка. Вот дом, который в дымах, видишь, слева от него тип с пулеметом выглядывал. Да, я там ранил одного. Ак, смотри, над цинком дом, желтая крыша, право окно. А, желтая крыша? Ой, желтый домик, правое окно, прям над цинком. Да. С трубой выглядывает из него. Желтый дом ранил. Блять, не дохнут они, суки. Не пробегу, он не стреляет сильно. Западная вышка, самая.
еще одного подстрелил. Пойду байтену. По вам? Скорее всего, сейчас по мне будут работать или по дымовым зажимать. На левую вышку один залезает. Ранил его. Добьешь? Сможешь добить? Меня сегодня не видно его. Шайтан под левой вышкой. Три попадания. Заливает. Три двухэтажных дома. Самый правый дом. Пайдар откуда-то сверху работает. Да, он с севера, я помню. Убил того, кто по Айдару стрелял. Все, потихонечку, через триггер. Шайтан, короче, стреляй, вышка под ней, три. Сейчас, секунду. О, Барат пришел, ты смотри, блин. Правая вышка, крыша. Левая вышка, крыша. Правая тоже. Короче, я пробую пробежать, не получится, не получится. Желтый дом все еще пикает, левое окно. Двухэтажный по центру города. Снайпер на нуле, не могу найти. Он сместился уже куда-то. Я сейчас вышел. Задача 4 машины. Она, по-моему, сгорит. С чего уничтожать будем? С автомата? Гранаты? Так, еще второй этаж. Понял. Ой, блядь, вертушка. Она пораньше не могла это сделать. Ебать, чуть не накрыло сейчас. Я в вышке. Как меня взорвало? Я ж ушел на другой этаж уже, блядь. Нет, смотри, ты вообще на гранату противника прям побежал. Он сам себя гранаты убил. Нет, раненый лежит. Ты, короче, шайтан кинул свою гранату и побежал на гранату того, кто кинул вниз. Прям под ноги тебе, получается. Ты на ступеньке начал подниматься, а он прям по ступеньке. Пиздец, я бы с Барата, блядь, весь город убил. Заводу будем поднимать наших.
его ставить меткой СВР, все. Ну, я не знаю, потому что он спустил из меня. Нет, я смотрю. Сейчас, я же не ТВ. Запросить его не будем, все понимаете. То мы сами будем за него. Восточный вот поднял метку, дал. Метку, дал. Двое минус. На гранате. Двое на гранате были сейчас. Шайтан один был на западе, я его убил. У меня были дворы прям в упор. Далеки сидит, ты чё? Я нормально, я тут езжу, лечу. Убил ещё? Да, я перемет. Кто работает? Калаш. Убил. Тут стоит медпалатка вражеская. По мне работает. С триггера. Отполз, нормально все. Если вышка вылезет, скажи, я вылезу, убью. Кто работает, калаш? Я убил, убил, я убил. Хорош. Внутри? Да, я внутри, на втором этаже тоже чисто. Два убитых. Все у нас походу чисто. О. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.